В Актобе воры вытащили из машины деньги, которые предназначались для лечения больного ребенка. Кража произошла средь бела дня на парковке железнодорожного вокзала. Из машины было похищено 1,5 миллиона тенге. Подробнее расскажет Эльмира Ержанова. Сырым Кубеков и его супруга Бахытгуль в растерянности. Накануне они лишились 1,5 миллиона тенге, вырученного от продажи машины Бахытгуль. Они планировали всю сумму потратить на лечение 4-летнего сына Санжара. У ребенка диагностировали аутизм. С деньгами в бардачке авто они отправились на вокзал, чтобы купить билеты в столицу. На платной парковке от машины отлучились на 10 минут. Ворам этого времени хватило. Я жену ждал в машине, потом решил пойти за ней. Вышел из машины, закрыл ее. Прошел буквально 5 шагов, машина вдруг открылась. У меня автосигнализация сработала, двери разблокировались. Я вернулся и вновь закрыл ее и зашел в здание вокзала. Обнаружив пропажу, супруги обратились в полицию. Только после случившегося Сырым Кубеков понял, что не зря двери машины разблокировались. Он предполагает, что в этот момент преступники считали с помощью устройства сигнал от кода ключей. Я машину продала не просто так, не ради развлечения. Я многодетная мать, работаю учителем и не хочу, чтобы деньгами воспользовались чужие люди. Мне они нужны, чтобы помочь сыну. Вся надежда Сырыма и Бахытгуль теперь только на полицейских. Правда, их работой они недовольны. Говорят, что видео с камер наблюдения им не показали. В полиции тем временем не спешат делать выводы и заверили, что делают все, чтобы найти подозреваемых. При вокзальной площади имеются камеры видеонаблюдения. Также в ближайших магазинах, офисах также имеются камеры видеонаблюдения. Все эти камеры видеонаблюдения будут просмотрены и изучены. Последние 2 года в Актобе активно внедряют систему «Умный город». На улицах и перекрестках уже поставили около 250 камер. Правда, есть ли от них эффект и стало ли в городе безопасней, в полиции не говорят. Эльмира Ержанова, Жомарт Кутайбергенов, Информбюро, Актюбинская область.